Наше акционерное общество по производству лекарственных средств уже на протяжении 20 лет выпускает эффективные препараты для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СНГ. Я 10 работаю на предприятии в должности главного инженера. Год назад руководство общества решило расширить рынок продаж и поставить свою продукцию в Литву, Латвию, Эстонию. Для выхода на рынок стран Балтии и обновления линейки продукции наша компания планировала начать выпуск таблеток овальной формы. Они применялись для лечения воспалительных заболеваний и раньше выпускались в форме круглых таблеток. По технологии производства таблетки дальше должны были упаковываться в блистер, который, в принципе, сохраняет таблетки из порошка от воздействия окружающей среды. Мы купили блистер с овальными ячейками. Мы изменили форму препарата, чтобы, главным образом, таблетки было по сути удобнее проглатывать, так как они имеют горьковатый вкус. Для увеличения производства таблеток овальной формы необходима была, по сути, покупка нового, современного оборудования производительностью не менее 200 тысяч таблеток в час. Выбор автоматического оборудования для производства таблеток овальной формы возложили на меня. Я хотел выполнить задачу в максимально короткие сроки, чтобы, главным образом, иметь возможность работать над другой проблемой, которая неожиданно возникла на участке производства порошка для таблеток. Поломка этого оборудования означала остановку работы всего участка, чего я не смог бы допустить. И вот я приступил к поиску оборудования для производства овальных таблеток и думал, что сразу найду необходимое оборудование. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранный таблеточный пресс и отправит на повторный поиск. Затем я поискал оборудование у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов 4 компании по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через 5 месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок 5 месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке автоматического оборудования для производства таблеток овальной формы и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компаний. Огромное значение имела длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне оборудование для производства таблеток овальной формы в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта компания не фигурировала. Сайт компании мне понравился, современный, структурированный, много видеороликов.
Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист рассказал мне о возможностях оборудования, прислал ролик на электронную почту, инструкцию по эксплуатации, где я смог все спокойно изучить. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку таблеточного пресса. Перед отправкой оборудования менеджер выслал мне на почту видеоролик работы машины. Рабочая зона оборудования закрыта прозрачными пластиковыми щитами. Оборудование сделано из плотной нержавеющей стали. В случае необходимости оборудование можно будет перенести при помощи троса, так как в оборудовании предусмотрено специальное кольцо. В оборудовании предусмотрены рычаги регулировки усилия прессования. Машина пришла через 2 месяца, мы быстро наладили и запустили производство таблеток для лечения воспалительных заболеваний овальной формой. Автомат обеспечивал производительность 2500 таблеток в час. После детального изучения технического паспорта оборудования я узнал, что это непредельная возможность машины. Мы сможем его использовать, в общем, если захотим увеличить производство таблеток овальной формой. Мы остались довольны порекомендованным и поставленным менеджером из Москвы оборудованием для производства овальных таблеток. Я хотел бы заметить, что рассказал менеджеру о своей проблеме и желаемых сроках поставки. Он посоветовал мне хорошего специалиста по наладке и ремонту оборудования, с которым мы уже работаем и довольны результатом. В выборе любой покупки необходима квалифицированная консультация. Проект обязательно будет успешным, в общем, если эта консультация была, по сути, получена от профессионала.